В интерьерах музея городского быта представлен изящный музыкальный инструмент – неаполитанская мандолина конца XIX – начала XX века. Это струнно-щипковый инструмент, появившийся во времена отважных рыцарей и прекрасных дам, но ассоциируется он с итальянской музыкальной культурой. В России мандолина стала набирать популярность в XIX веке, в том числе и в Симбирске. Многочисленные выступления зарубежных мандолинистов повлекли за собой заинтересованность этим инструментом. Мандолина, которая находится в музее городского быта, хорошо сохранилась. Ее передняя часть украшена перламутром с флористическим орнаментом. В Симбирске такой инструмент могли приобрести или по подписке, то есть заказав по почте, или в магазине Карла Юргенса. Магазинчик находился недалеко от Московской улицы, на углу Лисинной улицы, сегодня это улица Карла Либкнехта, и Анинского переулка, улица Железной дивизии. Здание это до сих пор сохранилось.